Чего-то не хватает. Теперь такое ощущение возникает всякий раз на площади Революции. А все дело в том, что отсюда убрали огромный сити-борд, который почти полностью закрывал памятник Гарелину. Как только срок договора с владельцем конструкции истек, с лица города ее ликвидировали. А вместе с ней еще более 20 подобных. Было принято решение установить на этом месте афишный стенд, который будет просто информировать жителей города о мероприятиях, о концертах, которые будут проходить. Вот. И, соответственно, так как его небольшой формат не будет ни загораживать, ни мешать обзору, и мы надеемся, что это намного улучшит облик нашего города. 22 августа профильное управление администрации утвердило схему размещения рекламных конструкций. Разрешенных мест для двигателя «Прогресса» будет 500, а вот видов всего 9. Сохранены рекламные щиты, видеоэкраны, из новшеств афишные стенды и остановочные павильоны с рекламными модулями. Заменить планируется 50 остановок на крупных проспектах и улицах. Чем более высокотехнологичные конструкции будут предложены участниками конкурса, у которых, в свою очередь, будет заинтересованность в том, чтобы на этом остановочном павильоне, в пилоне, встраиваемом в него, на боковой стенке, как правило, размещать рекламу. Но чем он более высокие предложит технологии в плане изготовления самого по себе остановочного павильона, тем больше шансов, что именно он будет победителем конкурса и сможет размещать на нем рекламу. Договор с владельцами таких остановок будет заключен на 10 лет. Кстати, от билбордов не так просто избавиться именно из-за длительных обязательств. Большинство можно будет убрать только в 2023 году. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.